Наш эфир продолжает информационно-аналитическая программа «Тема в деталях». В студии работает Наталья Залеская. Здравствуйте. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 18% детей и подростков страдают ожирением. Цифра наших соседей – 30%, и это очень внушительная. Сегодня с гостем нашей программы мы поговорим о том, что же такое детское ожирение, почему оно возникает и как с ним бороться. И в гостях у нас врач первой квалификационной категории Гродненского областного эндокринологического диспансера Шапель Анжелика Владимировна. Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Анжелика, скажите, лишний вес и ожирение – это одно и то же, либо это немножко разные понятия? Давайте разберемся, что же такое ожирение у детей. Ожирение у детей – это многофакторное, хроническое, прогрессирующее нарушение обмена веществ, которое сопровождается избытком массы тела у ребенка в зависимости от возраста, роста и пола ребенка. Либо, когда говорят специалисты, это увеличение массы тела ребенка более 95-й перцентили роста и возраста ребенка. К сожалению, да, рост ожирения и избыточной массы тела растет во всем мире, и наша страна не исключение. Наша область, даже наш город тоже не исключение. Примерно по Всемирной организации здравоохранения у 150 миллионов детей зарегистрирована избыточная масса тела. 40 миллионов детей страдают ожирением. И ввиду сложившейся ситуации необходимо выработать адекватную стратегию для профилактики и лечения ожирения. Мы должны четко понимать, что эта проблема не должна быть только семьи и ребенка. Должен быть сформирован треугольник в семье, то есть врач, семья и ребенок. А когда лишний вес все-таки становится проблемой? И какие есть, в принципе, стадии у ожирения? Мы же видим, что какой-то ребенок, ну, чуть полненький, у какого-то явные проблемы со здоровьем. Ну и, как вы говорите, что полнота – это скорее следствие, чем сама причина. Причина – это нарушение обмена веществ. Вот если говорить о стадиях, то какие они существуют? Значит, существует 4 стадии ожирения у детей. Значит, первая стадия – это стадия, когда избыток массы тела превалирует от 10 до 29%. Вторая стадия – это 30-49%. Четвертая стадия – это избыток массы тела у ребенка 50 и более процентов. Четвертая стадия – это стадия очень сложная, тяжелая, это прогрессирующее такое морбидное ожирение, это увеличение массы тела от нормальной массы тела, то есть избыток массы тела более 100%. Ну, тогда действительно очень серьезная цифра. И факторы, есть же какие-то факторы, которые провоцируют ожирение. Почему вот один ребенок, он такой вот был худенький, худенький остался, а почему вот другой ребенок, наоборот, начинает полнеть, и сначала мы говорим просто об избыточной массе тела, а потом же говорим о первой, второй, там, третьей и так далее стадиях ожирения. Почему? Какие факторы? Вы знаете, факторов риска очень много. К таким серьезным факторам риска, конечно, есть генетические. То есть те заболевания, которые генетически заложены и обусловлены либо избытком, либо ожирением. Второй фактор риска – это метаболические нарушения, то есть это нарушения, которые идут в организме у ребенка ввиду нарушения обмена веществ. И третий фактор – это факторы внешние, которые мы сможем предугадать, предотвратить и поспособствовать, чтобы этих факторов было меньше. Значит, в жизни ребенка выделяют 3 критических периода, когда может появиться, скажем так, периоды, которые способствуют развитию набора веса у детей. Первый период — это такой критический период, либо период беременности мамы. То есть если мама во время беременности страдает избытком массы тела, либо ожирением, то есть риск увеличивается. Если у мамы во время беременности диагностируются любые нарушения углеводного обмена вплоть до развития гестационного сахарного диабета, курение мамы во время беременности,
крупный плод при рождении. То есть если ребенок развивается, рождается весом более 4 килограмма, либо маловесный к сроку гестации менее 2 килограмм, и быстрая прибавка в весе в первые 2 года жизни. То есть это вот самый первый период, когда мама должна обращать внимание на то, что ребенок может потом в будущем страдать избытком массы тела либо ожирением. Второй критический период – это возраст от 2 до 6 лет. То есть в этот период у ребенка формируется пищевое поведение. Пищевое поведение и плюс физическая активность. То есть ребенок смотрит, что, как правильно, что кушает мама, что кушает папа. То есть мы привыкли о том, что если, например, ребенок рождается с маленьким весом, в семье заложено так, что ребенок должен быть всегда сыт. И мы видим такие очень часто ситуации, когда бабушка, мама целый день с ребенком бегает по квартире с ложечкой, съешь кашку, съешь печенье, съешь яблочко. Вот и мы формируем уже изначально генетическую память на увеличение массы тела. И в этот период очень важно привлекать ребенка к физической активности. То есть все заложено в семье. Если ребенок видит, что мама с папой ведет активный образ жизни, занимается какими-то видами плавания, либо просто ходьба, ребенок тоже будет этим заниматься. И третий период критический — это период полового созревания у детей, подростков. Это какой период примерно? Это период от, скажем так, где-то ближе подростковый период, это 14-15 лет. Угу. Проблемы с лишним весом начинаются именно вот в этот первый критический период, либо ребенок может быть худеньким, потом хоп, в подростковом возрасте вдруг резко откуда ни возьмись набор массы тела. Вы знаете, очень четко прослеживается связь родительского ожирения. То есть, если в семье родители не страдают ожирением, то вероятность того, что у ребенка будет избыток либо ожирение, только составляет 14%. Если кто-то один из родителей в семье страдает ожирением, то риск от 30 до 60%. Если, например, страдают оба родителя, то риск заболеть ребенка ожирением достигает до 80%. Поэтому все изначально формируется на родительском этапе в семье. Поэтому будет ваш ребенок страдать ожирением либо избытком массы тела, либо нет, зависит от правила культуры питания в семье. А если, например, вот не у совсем маленького ребенка, а у подростка начались проблемы с лишним весом? Ну, в целом, как понять, это генетика, это нарушение обмена веществ, либо это просто какие-то другие факторы? Вы знаете, чаще всего мы встречаемся с таким видом ожирения, как алиментарное, либо конституциональное ожирение. В пределах 90% случаев к нам приходят родители о том, что ребенок вот был маленький, худенький, а потом резко стал набирать вес. И, конечно, при осмотре всегда обращаешь внимание, при сборе анамнеза выясняешь очень многие причины. Причины того, что, во-первых, ребенок мало двигается. Особенно это часто характерно для подростков. Большое количество употребления в рационе высококалорийных продуктов, легко усвояемых углеводов. Это фастфуды, это пепси-кола, кока-кола, чипсы, сосиски, то, что любят наши дети. Дети, к сожалению, наши очень мало двигаются, у них нет физической активности. Это режим питания, нарушение больше к тому, что основной колораж питания происходит у детей во второй половине дня. То есть ребенок утром проснулся, не успел позавтракать, побежал в школу, в школе невкусно, не покушал и ждет к вечеру, когда придут родители, когда придет мама, и основной колораж происходит в вечернее время. И вот эта вот культура питания в семье и чаще всего приводит к вот этому алиментарному ожирению. Алиментарное — это как? Это ожирение, как правило, чаще всего, которое идет без метаболических каких-то нарушений. Просто то есть, нарушение питания, да, и все, и ребенок идет, становится полненьким. Да, это наследуется не само ожирение, а наследуется нарушение культуры питания в семье и малой физической активности.
Угу. А если вот нарушение обмена веществ, то это как? Вы знаете, что есть такие ожирения, которые сопровождаются с нарушением метаболических процессов. Угу. Здесь, конечно, в первую очередь, на первом этапе, когда мы видим алиментарное ожирение, здесь может быть работает только мама, ну, семья, ребенок и педиатр. Когда ничего не получается, то есть вроде все прикладываем усилия, но эффекта не получаем. Ребенок правильно питается, поменяли колораж, увеличили физическую активность, а эффекта он не наблюдается, значит, следующий этап, кому мама должна обратиться, это к врачу-специалисту, к врачу-эндокринологу. И при первичном осмотре, значит, мы определяем идеальную массу тела. То есть мы определяем массу тела ребенка, какая есть у него на данном этапе в соотношении к росту и возрасту. Определяем, какая должна быть масса тела у ребенка. У подростков обязательным критерием есть определение окружности талии. То есть измеряется окружность талии у девочек более 80 сантиметров, у мальчиков более 94 сантиметра. Это говорит о том, что это идет абдоминальный тип ожирения, которое уже потом в будущем может приводить к развитию различных осложнений. Угу. Соотношение такое, есть такое у нас, еще определяем, соотношение окружность талии к окружности бедер. То есть определяется окружность талии, окружность бедер у ребенка, и у девочек более 0,8 сантиметра, у мальчика более 0,9 сантиметра, тоже уже настораживает задуматься о том, что риск развития осложнений очень велик. То есть когда узкие бедра, при этом присутствует ожирение в области талии. Да, абдоминальное в области талии, да, это самое такое не очень хороший тип ожирения, которое требует уже не только профилактических каких-то мер со стороны родителей, но и дополнительное обследование. Что необходимо для диагностики? Какое обследование? Значит, обязательно, что необходимо? Ну, рутинно общий анализ крови, общий анализ мочи – это обязательно. Анализ крови на глюкозу. Определяем обязательно биохимический анализ крови, липидограмму. То есть смотрим уровень холестерина, липопротеидов высокой и низкой плотности, триглицериды. Потому что, как правило, чаще всего у этих детей есть нарушение липидного обмена. Определяем уровень АЛТ-АСТ, то есть ферментов печени. Делается УЗИ исследования щитовидной железы и определяется гормональный статус щитовидной железы. Потому что очень многие заболевания щитовидной железы, они сопутствуются ожирением у детей. А осложнения? Вот вы говорили, могут быть осложнения. Вы знаете, что да, есть осложнения. К сожалению, мы встречаемся с такими сейчас очень часто, что приводит ожирение, если мы не принимаем никаких мер, с чем чаще всего к нам приходят. К сожалению, выросло количество детей в мире и в нашей республике сахарного диабета второго типа. То есть это детки, которые страдают ожирением, у них идет нарушение углеводного обмена. Второе – это увеличилось число и ранняя артериальная гипертензия у подростков. То есть это, скажем так, тоже проблема кардиологов, эндокринологов, педиатров. Следующее, с чем часто к нам приходят это девочки, это отсутствие либо замедления вторичных половых признаков, либо появление синдрома поликистозных яичников. У мальчиков может быть задержка полового развития, гипогонадизм. Угу. То есть когда мы видим, выявляем какие-то проблемы, значит дополнительно подсоединяем еще к своей команде и врачей других узких специальностей. У нас буквально не более полуминуты. Скажите, а если, предположим, ребенок в подростковом возрасте располнел, многие родители считают, что это связано с тем, что вот у него меняется гормональный фон, он вырастает. Это все он перерастет. Перерастет? Нет, не перерастет. Угу. Если ничего не делать, не перерастет. Здесь надо работать. Это сложная задача, это сложная ситуация. И оставлять проблему просто в семье нельзя. Надо обязательно обращаться к специалистам, индивидуальную подбирать режим питания, подбирать колораж питания, соответственно, графику ребенка. И если есть какие-то, значит, патологические изменения, назначать соответствующее лечение. Ясно. Спасибо огромное за участие в программе. К сожалению, наше время истекло.
микрофона. Напоминаю, это была программа «Тема в деталях». Смотрите нас на телеканале «Беларусь 4», а также на сайте tvgrodno.by. В студии работала Наталья Залеская. Всего вам доброго и до свидания.